11 сегодня сентября. Перешли мы частично, перешли на лагерный пруд. Тут братья немножко не успели. В срочном порядке все убивает с плотины. Трактор перегнали сюда. Он ходит медленно. Километра 3, наверное, 5 от силы в час. И вот он уже здесь работает, бульдозер. Первая ходка его прошла. Ну и все. Дорогу так не смогли мы там сделать как надо. Придется вручную доделывать. Машина это не предназначена для этого. Она, ну, продавливает все. Камни эти ворочают, а дальше нет никак. Он не может его. Надо грейдировать. Ну и, естественно, катальная машина, то, что делается. А сегодня у нас ничего этого нет. Проводят и укатывают. Укладывают. Вот так. Подошли к тому, что хотели. Чтобы уровень воды повысить. Он совсем низкий. Весной не успевает идти. Ну и результат. Вот. Вот отсюда показываю, где крещение у нас проходит. Я еще показываю. Руки трясутся, там крест, видать, вот он. Вышение прямо над водой. Вот здесь, куда сходили. Так, купель. Кто крестился здесь, когда? Для них это родина духовная. Вот так. Ну, на этой плотине. Ну, дальше деревенский, где вход в деревню. Эти громаднейшие тополя, втроем их надо обхватывать. Там у нас на одной митрополит Сергий, тогда еще епископ был, батюшка обнимает. И сейчас на 16, то есть на следующей неделе, в среду, 16 сентября, у нас престольный праздник. И уже пометил, митрополит Сергий должен приехать. Но так как нашу епархию здесь, московский патриархат, разбили на три части, то мы попали... Славгородский епископ Владислав теперь. Батюшка позвонил ему, не знаю. А батюшка сказал, мы относимся к русской православной зарубежной церкви, тех, которые приняли акт о каноническом общении. Ну, не знаю, не знаю. Батюшка сказал епископу, это митрополита. Митрополит говорит, да еще же это он. Ну, ссылается, машины нету. За мной, если пришлете в Славгород, 200 километров. Ну, архиерей говорит, приедет, я ему машину подарил тут. Вообще здорово. Ну-ка посмотрим, что он уже завалил, вот так. Сейчас он попрет на эту сторону.